22.12 к нам поступил пес с переломом берцовой кости и с выбитым тазобедренным суставом. После того, как мы привели остеосинтез берцовой кости и вправили тазобедренный сустав, прошел месяц. Теперь будет контрольное рентгенологическое исследование. Если все хорошо, скорее всего, все хорошо, так как пес уже очень хорошо передвигается, весел и бодр, будем извлекать спицы из его лапы. Сейчас мы делаем седацию. Привет. Мы будем все это дело извлекать. Ждем 10 минут. Будем делать рентген. Ну что, сейчас я сниму воротник. Будешь как новый. Да? Рыжий. Пес старый, но зубы еще хорошие. И вот наша Олежа занаркозился, сделали ему рентген, все в порядке, все идет как положено. Образовалась костная мозоль у нашего пациента, вот она. Перелом зажил. Соответственно, наше дальнейшее действие – снятие нашего аппарата, чем мы сейчас и займемся. Сняли. Сейчас промоем раны, обработаем. И через пару дней собака пойдет на двор знакомиться с новыми друзьями. Да, я хотел еще добавить, что в неделю как минимум 2-3 собаки сбивают машины, поэтому хотел бы обратиться к водителям, чтобы они хоть немножко были внимательнее на дорогах. Всем пока!